Лучшие из лучших. Более 100 ангарских учителей получили накануне грамоты и благодарности Министерства образования России и Законодательного собрания Иркутской области. Чествование педагогов проходило во Дворце культуры «Нефтехимик». Дорогие учителя, дорогие творцы человеческих душ, как обычно говорится, труд ваш свят, вам постоянно об этом говорят, но очень хотелось бы, чтобы это признание не только от властей, но вообще от всех приходило не только по праздникам, приходило каждый день. В глубине души каждый из нас, кто соприкоснулся в своей жизни с учительским трудом, а это 100% населения, конечно, каждый день признают ваши заслуги. В честь праздника 8 педагогов получили знаки отличия «Почетный работник образования России». Отдельно отметили учителя русского языка и литературы Зою Степановну Лобанову. Ее педагогический стаж 50 лет. Почти 40 из них педагог проработала в одном учреждении – школе номер 37.